Жители села Сарабхана Туркестанской области в рамках акции «Таза Казахстан» провели субботник на территории Вечного огня. Всего в Казагуртском районе приведено в порядок 45 придомовых территорий. В области посадили 150 тысяч саженцев, очистили территорию 350 парков и скверов. В акции участвовали 67 тысяч человек. В первую очередь радует, что молодежь принимает активное участие в экологической акции, пусть всегда соблюдая чистоту и порядок. Очистили 140 километров дорог областного значения, 160 километров дорог районного значения, 223 улицы, 70 километров ирригационных каналов.